Игрок номер 6 в белом проходит к кольцу. Игрок номер 13 в синем двигается в сторону, пытаясь подставиться под фол в нападении. Однако его движение в сторону недостаточно быстрое, и контакт происходит не в грудь. Это блокировка. Игрок номер 7 в синем занимает правильную защитную позицию. Игрок номер 11 в белом при попытке его обыграть вызывает контакт в грудь защитника. Фол в нападении. Tutku açık, fake'ini gösterdi. Şimdi 3 saniye var hücum süresinde olmasına. Ve hücum faul. Игрок номер 8 в синем проходит к кольцу. Игрок номер 8 в белом занимает правильную защитную позицию. Игрок номер 8 в синем отдает передачу, после чего врезается в защитника. Столкновение. Фол в нападении. Игрок номер 10 в синем проходит к кольцу. Игрок номер 12 в белом занимает правильную защитную позицию. Игрок номер 10 в синем отдает передачу, после чего врезается в защитника. Столкновение. Фол в нападении. Si busca sobre mateix de... Mira Pesicaria. Nicoli, que sap que és un bon llançador i, per tant, no el deixa ni respirar. Bona defensa. Ara sí que li poden xiular. Si busca sobre mateix de... Mira Pesicaria. Nicoli, que sap que és un bon llançador... Per tant, no el deixen ni respirar. Bona defensa. Ara sí que li poden xiular. Atenció, perquè aviam aquí... L'ha caigut. Aquestes són molt...